Здравствуйте, друзья! С вами вновь я, Олег, и канал «Я и мой хвост». В доме находится щенок. Щенок кусает за руки. Щенок грызет мебель. Щенок агрессивно ведет себя, когда ему дают пищу. Должны быть способы наказания. Как это делается? Бить собаку по морде рукой категорически нельзя. Газеты нельзя. Есть способ наказания такой. Вот смотрите, давайте разберем с вами. Две собаки дерутся. Одна другую уже решила подчиниться. И каким образом она показывает, что она является, что та собака для нее является старшей собакой. То есть она признает в нем вожака. Во время драки собака ложится на спину или на бок, поднимает лапы и задирает. Щенка наказывать нужно таким же самым образом. Достаточно положить его в позу лежа или на бок, или на спину. Ну, конечно, лучше это сделать на бок. И удержать его в этом состоянии, чтобы собачка поняла, что она не права. Вот такой метод наказания допустим. Допустим, вы пропустили этот момент. У вас уже взрослый кобель. Вы кормите его правильно. Вот посмотрели мой ролик, мой урок, как правильно кормить собаку, кормите. Но все равно проявляется агрессия. О видах агрессии мы поговорим с вами дополнительно. Наступает такой момент, когда вы должны будете показать своей собаке, что вожаком являетесь вы. Не всегда это пригодится. Не всегда. Но иногда это очень важно. Это называется обряд. Обряд подчинения. То есть взрослого кобеля мы должны с вами уложить в позу подчинения, то есть в позу на бок. Мы его уже не надо укладывать, он это все прекрасно знает, но я просто покажу, чтобы вы смогли это сделать. Акбар, извини меня, но сейчас мы с тобой будем показывать обряд подчинения. Если вы не уверены в том, что собака вас укусит или не укусит, вы можете надеть на нее намордник. Даже лучше будет, потому что собака в любом случае будет сопротивляться. Это нормально. То есть от 5 до 15 минут. Но чем больше она сопротивляется, тем больше энергии она расходует. То есть тем больше вероятность того, что она сейчас у нее силы закончатся и она вам подчинится. Собака не подчинилась вам. Вы резко делаете такое движение. Акбар, иди ко мне. Ваша задача, смотрите, собака в наморднике находится. Очень важный момент, чтобы лапы оказались от вас. То есть, чтобы не было у нее возможности царапать вас лапами и отталкивать вас. Делается это так. Она должна будет встать только с вашего разрешения, когда вы разрешите. Это называется обряд подчинения. Если вы добились такого результата, с этой минуты вы для нее становитесь вожаком. Бития никакого не происходит. Насилия практически никакого тоже не происходит. Но вы буквально 15 минутами работы добиваетесь полного подчинения над собакой. Вставай. Люблю. Я не думаю, что достаточно часто вам придется это делать, пользоваться этим приемом. Но если вы испытали уже все способы, все методы коррекции, то придется воспользоваться именно таким способом. Для собаки здесь нет ничего страшного. Это, конечно, это унижение для нее, но таким способом вы становитесь беспрекословным вожаком. Спасибо, с вами был я, Олег, и канал «Я и мой хвост».